вы приводите сюда друзей? У меня мало друзей. Простите. Я так похожа на эту птицу. Люди меня видят, но стараются не замечать. Они не подходят ко мне. Они не хотят, чтобы я была частью этого города. Да, у меня в семье примерно так же. Я как голубь в своем доме. Только из-за того, что я младшая. Все сражаются за место. Все хотят, чтобы их увидели и услышали. Наверное. Но меня хорошо видно и слышно. Но меня часто отправляют в свою комнату. Я не всегда была такой. А какой вы были раньше? Была работа, был дом, была семья. У вас были дети? Нет, но я очень хотела. А потом тот, кого я любила, разлюбил меня. Разбил мне сердце. И с тех пор, когда меня могли полюбить, я исчезала. Я не доверяю людям. Не обижайтесь, но мне кажется, что это не совсем правильно. Я боялась снова разбить себе сердце. Иногда ты можешь поверить человеку, но когда дела плохи, о тебе забывают. Может быть, они просто заняты? Может быть, они не забыли о вас, а забыли вспомнить о вас? Нет, люди не хотят забывать. Это происходит само. Мой дядюшка говорит, что я свою голову могу где угодно забыть. А если я поверю кому-то, и мое сердце снова будет разбито? Я понимаю это. У меня была пара новых, отличных роликов. Но я очень боялась, что их сломают. И все время держала их в коробке. Знаете, что потом? Нет. Они стали малы. Я так и не вышла в них на улицу. Пару раз надевала в своей комнате. Человеческое сердце и чувства несколько отличаются от роликов. Но они довольно похожи. Если беречь свое сердце, то все равно, что оно разбито. Держать его для себя, и оно будет как мои ролики. Когда решите испытать, окажется негодным. Вы должны рисковать. Вам нечего терять. Может, ты в чем-то и права? Права, конечно. Да, ваше сердце разбито, но оно не погибло, потому что вы очень милая.